Привет, подписчики канала Джонни Паппет, а также случайный зритель. Мы сегодня с вами посмотрим на новую игру, которая вот совсем недавно вышла. Называется Spirit of the North, то есть Дух Севера. И это история о простом рыжем лисе, где судьба переплетается с судьбой Стража Северного Сияния, она же женским лисьим духом. Мы будем путешествовать по горам под красными небесами, и нам нужно будет узнать о земле, которая... Нужно будет узнать о земле и руинах, которые остались, собственно, на ней. Дело в том, что эта игра у нас... В ней нету ни диалогов, нет повествования. Мы сами будем с вами погружаться и изучать окружающий мир, чтобы разгадать головоломки и всякие строить разные гипотезы об ушедшей древней цивилизации. Как-то так. Мы играем за рыжего лиса, лиса. И будет нам все это сопутствовать красивый скандинавский фольклор. Вот, как-то так. Давайте начнем новую игру. Окей. Угу. То есть подключаем воображение и сами все придумываем. Не то, что придумываем, а смотрим и происходящее. Так, мы можем тявкать. Да. Лис какой ты страшный. Ну-ка покажи зубы. О, да. А вот, как-то так, ребят. Какая суровая зима. В основном в этой игре что мы будем делать? В основном бегать, бегать и бегать. Оп, и гавкать. Бегать и гавкать. Больше здесь, в принципе, ничего не предусмотрено. Алиса заметила вот это, как я понимаю, красное полотно на небе. И оно что-то символизирует. Скорее всего, идти в том направлении, что мы с вами и потихонечку делаем. Так как я говорил, здесь диалогов нет, какого-то повествования нет, мы сами должны все решить и разгадать, какие трудности будут встречаться нам на пути. Угу. Как вы можете видеть, здесь какая-то, наверное, это дорога. Ну, в общем, не дорога, тропа, который указывает нам на то, что нам нужно идти вперед и вперед. В ней вообще можно ничего не комментировать, а просто вот так вот идти. И идти. И тявкать. Да? Чуть-чуть сбился с курса, но зима просто оп. 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 Зима шикарна. Ну, это же север, правильно? Так. Еще бы скорость бега. Прям так, чтобы бежать, бежать, бежать. Зима закончилась, давайте нам уже лето. Ага, это какая-то пещера. Ледяная пещера при том. О, сразу ветер притих. Слышен хруст снега. Так. Ты кто? Кто будешь? Это какой-то... Ну, он... На ветру колышется его тело. Вернее, не тело, а одежда. Понял тебя. Надо зайти посмотреть, что здесь. Ага. Сквозь какую-то трещину.
свет падает на посох. Интересно. Надо, наверное, вернуть. Держи. Ага, сразу все загорелось, засветилось. Угу. Мы освободили или... или вселили в него духа, который нам помог открыть проход дальше. Ну, окей. Так, а это, по идее, наши какие-то загадки, да? Которые мы должны разгадать по ходу событий. Окей. Вроде бы. Будем сами разбираться потихоньку. Так. Что, с меня сыпется снег? Видели? Оп. Какие-то пятна белые. Ага. Это кто? Смотрите, это какой-то... Это лис. Или лисица. Сейчас узнаем. Да, это она. Говорим, вставай, вставай! Пора идти! Оп. Ни хрена себе. Ты говоришь нам... Надо перепрыгнуть, да? Очень заманчиво. Я тут должен... Ну я, конечно, как ты, точно не смогу. Но покупаться стоит. Холодной водички, да? Кстати, вон там вот, как я понимаю, водопад, да? А вот обычно за водопадом что-то бывает. Мы можем туда сплавать. И посмотреть. Я, допустим, ничего здесь не вижу. Отряхнулся. Ну, тут ничего не оказалось. Я думал, здесь что-то будет. И то там не водопад, а там какая-то просто туманность. Может быть, просто это брызги. Непонятно пока. Сейчас мы еще раз узнаем у этой лисицы, что нам надо сделать. Вот она. Давай отряхивайся уже. Вот она. Может, что покажет, что расскажет? Ага, тебя надо разбудить, что ли, да? Так. Она нам показывает путь, куда идти. Угу. Типа я понял, да? Ну что ж ты отряхиваешься, а? Фыр-фыр-фыр. Пошли. Надо же к ней пойти, правильно? Мы же не можем теперь без лисы. Привет. Ну что ты? Йоу. Ты куда ускакала? Ого. Ну я-то уж точно так не смогу, как это сделала ты. Я смогу по-другому. Просто пробежать по дорожке. В
последнее время почему-то очень много лис. Актуальная тема такая стала про лис. Куда ни сунься, везде лисы. Сейчас давайте вот под этим водопадом посмотрим. За водопадом что-то должно быть по-любому. Нам надо разобраться. Ага, вот она, попалась. Ну-ка, рассказывай, куда дальше? Ну, пойдем. Я иду даже быстрее, чем ты идешь. Опа, включила турбинку. Ну, так нечестно, ты идешь медленнее, бежишь быстрее. Я тоже могу бегать. Смотри, как я могу. Так же, как и ты. У-ху! Так, и куда она делась? Я потерял. Наверное, где-то вот сюда она побежала, точно. А, вот она. Так. Угу. Спасибо за то, что мне пришлось гавкнуть. У-ху. Ю-ху. Она меня не догоняет. Юху! Вау! Американские горки. Уху! Юху! Можно еще вот так вот слалом устраивать. На резких поворотах выходить на внешний радиус. Так, юху! Блин, да это ж сколько можно кататься? Духи ветра. Они должны звенеть, но они не звенят. По-моему, я куда-то в самую чащу бегу. Где лед? Опа! У-ху! Мне напоминает какую-то белку, знаете? Она так делает растопырки на ногах, что это жесть. Юху! Ноги не сломай! Ёперный театр. Конькобежца. Конькобежец! Так. Интересно. Как я вижу, мне... на лесу вообще уже все равно. Я бегу своей дорогой в неизвестном направлении. Не, вообще, если честно, и прям вот так вот говорить, то я бегу, конечно, по направлению к вот этому небесному красному шлейфу. Да и здесь все равно одна только дорога. Сюжет-то линейный. Опа. Фига себе. Так-то все здорово, мне нравится. И вообще игра для... А, вон, я вижу, видите, сверху должны видеть, лиса бегает. Игра для релакса. Я просто... Медитативное такое настрой у нее. Опа. Я, конечно, не знаю, узнаем ли мы что-то древнее, что вообще произошло с цивилизацией, но вот второй чувак тоже тут лежит. Вставай. Которому нужно как-то помочь.
Окей, тебе тоже посох надо. Ясно. Может быть, они просто все замерзли? Эй, будешь жевать? Так, и что ты нам откроешь? Вот, он что-то где-то открыл. Я только не посмотрел, что, потому что я сначала не увидел, что это было. Ага, мы уже спасли второго человечка, но что-то где-то пропустили, наверное. Потому что у нас как-то через одну идет вот эта вот штука белая. Я, конечно, я не отрицаю, что я здесь все разгадаю. Опа. А, вот она. Что ты сидишь? Спасибо. Я бегу, бегу. Или качусь. У-ху! Я хочу по льду. Ю-ху! Привет. Надо синхронно гавкать с тобой. Я не знаю, ну... Либо она боится туда идти. Ну ладно, я пошел тогда, смельчак. Вперед. У меня из-под ногтей сыпется лед. Ага, да, она просто говорила, что... Типа сюда, сюда. Эй, я так-то не могу, как ты. И вода, я тут представляю, леденющая. Так, это что такое? Ты чё расчихался? Ой. Я что-то сложился, ребят. Видимо, я лёг спать. Мы сейчас будем играть за духа. Или нет, или меня поднимет. Ага, она разрушила. Разрушила монумент. Стеллу, этот камень. Мы куда-то рухнули. А я думал, я буду играть за нее. Как-то странно, я то шел, потом то показывать и упал. Это какой-то баг был, ребят, вы видели? Ну что ты, вставай, вставай, она говорит, вставай, вставай, тебе говорят, вставай. Я, да, сейчас я встану. Он хромает. С ним что-то случилось, с лапкой. Он еле идет. Лапы нет. Вернее, есть, но он как поломанный. Я не знаю, может, просто придавленный. Трындец. Но мы сейчас встанем и пойдем.
или мы уснем. Она куда-то ведет меня. Уху! Так, конечно, только кататься, ты не только лапа будет болеть. Смотрите, статуя. Я иду, иду. Угу. Интересно. Наверное, меня сейчас вылечат, да? Хм. Статуя лисы. Что это может значить? Может быть, нам сюда? Так, здесь у нас посох. Опять для этого старикашки. Мы, конечно же, возьмем, правда? Кто бы мне лапку починил? Было бы очень здорово. То я так буду идти. 32 года. Ага, это нам вот показывали вигвам. А жители... Жители радуются, город. У них символ лисы какой-то сверху. Здесь на камне, на пьедестале, я не знаю, что это. Сверху лиса. Ну что ты скулишь там? Сейчас, погоди секунду. Но случилось что-то. А, видимо, лиса исчезла, или символ лисы исчез, и все жители были в недоумении, им что-то стало всем плохо, они потеряли, то есть они грустные. Ага, произошло извержение вулкана. Скорее всего, или землетрясение, всех со всеми что-то случилось, скорее всего, с жителями, возможно, но это не факт. Тут чей-то у нас скелет, чей-то еще один скелет. Кому я посох несу, если здесь тоже есть посох? Мне бы лапку починить. Ага. В общем, что-то случилось, все жители со всеми жителями города, как я неоднократно говорил. Поселение. Пошел огненный дождь, я не знаю, пепел. Или это лава всех уничтожила. В общем, как-то они все погибли. Давайте ему вручим. Слушайте, я-то принес ему другой посох. Ага. Ты мне должен был починить. Так, третий человечек. Как там через один?
Ибо, может, я пропустил, вон там посох еще был. Но и с такими шагами я сейчас, если пойду обратно, буду очень медленно и долго идти. Поэтому мы пойдем так, как идем. Тормози. А это что за свет? Падает. Луч света, который идет сверху, он, я думаю, что он меня все-таки излечит. Потому что упал я. Так, а здесь у нас что за Стоунхендж? Камушки. Пришел и сразу слег. Говорит, вставай, вставай. Вот это да. Маркировать всех. Сила. Алис, пробуди. И излечи этого лиса. Да. Спасибо, ты меня вселяешься, я чувствую. Да, она, в общем, она вселяется в нашего лиса и теперь... Теперь мы сможем бегать и бегать за вот этим маленьким лучиком света. То есть теперь нас двое, два в одном. Ух ты, мы можем хвостиком вилять, у нас теперь скилл есть хвостиком вилять. Можем гавкать. И еще что-то можем делать. Окей. Так. И куда нам теперь идти? По идее, наверное, в обратную сторону. Кто там скулит? А, вот, наверх, сюда. Оп-оп. Оп-оп. Дух летающий в виде вот этого огонька, он со мной разговаривает, слушайте. Оп. Ага, мы будем активировать вот эти штучки. Вот эти камушки с помощью хвоста. А разговаривает он с нами с помощью тявкания. О, слышите, скулит? Прикольно. Глава третья. В смысле? А как? Что-то как-то быстро. А как же меня вселились все? Я думал, будет продолжение. Что-то как-то непонятно. Меня же вселилось с лиса. Дух лисы. Почему я не отображаюсь? Во мне, вернее, не отображается вот этот силуэт. Но дух остался. Летающий огонек. Может быть... Пошли, пошли, пошли. Может быть, надо, чтобы она... Как-то пролетела надо мной, или я не знаю. Почему-то перестала отображаться. Может, это какой глюк? Так, ну мы поддержим в
том направлении. Прямо, только прямо. Хексагонные камушки. В виде хексагона. Оп. 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 Так, я понял. Тут надо... Вот так. Вот так. Вот так. И вот так. За мной. Сейчас хвостиком повиляем. Ты еще не работаешь. Не хочет работать. Может быть... Может быть... Не, ему и не надо работать, я понял. Это, наверное, только в других местах. Но опять же, смотрите. По идее... По идее, я думаю, надо как-то... А, вот сейчас вселилась. Вот. Наверное, надо как-то активировать этот дух, который за нами летает. Вселить в себя. С помощью кнопки, скорее всего. Ну-ка. Непонятно. Ладно, перед следующим камушком посмотрим, как это работать будет. Так, тут у нас какой-то гейзер. Водичка теплая, наверное, распарит. Так, это что такое? Нет, я понял. Я думал, здесь что-то будет корясявое. Угу. Там проход у нас был. Ага. Вот смотрите, я сейчас просто подойду, хвостиком повиляя. Видите, нет ничего. А если я гавкну? Ну-ка, погодите, давайте в настройках посмотрим. Управление. QR Space E F Shift.
Ага, ребят, я понял. В общем, после того, как мы побудем в этих цветочках, только после того мы сможем активировать вот этот светящийся внутри нас лисичий дух, с помощью которого мы можем повелять хвостом и зарядить энергией этот камушек. Ого! Отлично. Сейчас надо забраться наверх, только останется нам. Вот эти цветочки, они вдохновляют нашего лиса, не знаю как и чем, но они помогают. Оп. Смотрите здесь. Ему надо что-то принести. Так, а принести мы ему сможем. Давайте попробуем, знаете где? Так, ну я думаю, я здесь, наверное, пропущу этого человека, если что-то найду. Хотел сказать, то я вернусь. Но, видимо, я уже сюда не вернусь. А может быть и вернусь. Здесь у нас что такое? Здесь тоже ничего. Окей, двигаемся дальше. Но мне было бы интересно. Ему принести что-то. Угу. Сейчас посмотрим. Ага. Водопад, да, мы тут открыли, наполнилась водой. А запрыгнуть сюда не можем, да? Понятно, посмотрим в другом месте проход. Ага, сюда. Спасибо, я понял. Цветочки у нас здесь наверху. Хм. Так. Ну кто мне даст? Ага, все, мне надо походить, тогда они меня зарядят этой энергией. Синий. Так. А, вот он, посох, ребят, которого надо принести будет. А принести его надо будет тому дяденьке, который... Который здесь вот лежит, сидит. Не, ну я же... Да, вот оно. Тихо. Мы должны это сделать. Мы должны его спасти. Оп. Только не говори, что ты не сможешь запрыгнуть здесь. Сможешь. Держи.
Там что-то произошло где-то. Окей. Мчимся. Два человечка. Уже. Давай, тряхивайся уже быстрее. Так. Тут мы зарядились. Ищем дальше проход. Проход надо дальше искать. Так. А, вот же. Я даже не заметил. Ну-ка, помотай хвостом. Наполнили выше наш водопад. Отлично, теперь мы сможем перейти на ту сторону. Правильно? Правильно. Давай, тряхивайся. Я бегу, бегу. Древняя цивилизация, да? Ага, вот цветочки. Надо по ним побегать. Погавкать. О, все, отлично. Оп. Идем дальше. И... Меня куда-то уносит. А, у нас вода утекла. Все, я понял. Так, ну вот эта штука в любом случае нам пригодится. Давай активируйся. Так. Вода стекла вниз. Соответственно. Нам надо, наверное, вот сюда. Да. Здесь тоже она будет активировать. Хорошая головоломка, мне нравится. Ничего такого сложного, но... Поиграть можно. Так, а здесь сейчас нас наполнит, окей. Оп. Оп. Так, здесь у нас еще одна. Сейчас все починим. Надо запрыгнуть как-то. Не получается. Получилось. Получилось. Забирай. Взмах моего хвоста. Еще больше наполнит. А, здесь ты спустить решила. Я понял. И как глубоко? Я, конечно, не знаю, но... Я теперь понял одно. То, что вот эту вещь надо часто активировать. Она может нам... По дороге где-нибудь... Пригодиться. Точно? Так, спускаемся в самый низ. По идее, вот давайте вот туда запрыгнем. Там, может, какая-то пасхалочка будет, нет?
Ага. Ну-ка, что это за штука? Еще меньше воды станет или что? А, вот, и проход открылся. Я понял. Слушайте, ну я хочу все равно вот как-то вот... Я прям скалолазка. Скалолаз, вернее. А, Е. Ага. А, мы можем забрать отсюда, я понял. Офигенно. Потому что нам явно не хватает. А сюда внести. Спасибо за проход. Ух ты, гейзеры. Интересно. Но, ребят, продолжим мы уже в следующей серии, потому что летсплей, думаю, будет по минут 40-50. Продолжим в следующей серии путешествовать по этому миру в поисках приключений и разгадывания головоломок. Вы были на канале Джонни Паппет. Не забудьте подписаться, поделиться этим видео, нажать на лайк и нажать на колокольчик. И также, ребят, напишите комментарий, что вы думаете по поводу этой игры. Всем пока-пока.